Мы на место. Мы приветствуем Вилнеса, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он кивает. Хорошо. Что-нибудь видно оптически? Видно, у него форма. В форме он как ящер. Хорошо. Огромный. Хорошо, даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Вилнеса, под ногами 360 градусов, клетку тюрьмы и становится ее заложниками. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Вилнеса, находит все. У него бес. Бес. Джин. Джин. Красный дракон. Есть. И ящер. И ящер. Хорошо. Какой у нас ящер? 142. 142. Какой у нас бес? 9. Какой у нас джин? 28.81. Синий. И какой красный дракон? 34.11. Хорошо. У кого из присутствующих есть контракт с Вилнесом? Первый вопрос. Ящер. Еще у кого-нибудь есть что-то? Договор. Отключки есть, контрактов нет. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Вилнеса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сколько находился красный дракон в этом биополе? 15 лет. Сколько джин присутствует в этом биополе? 2 года. Сколько бес присутствует в этом биополе? 4. И сколько ящер присутствует в этом биополе? 27 идет цифра. 27 лет. Ящер, это ты не даешь ему нормально спать? Без снотворного, без этого всего, да? Они синхронизированы с ним. У ящера есть конструкция, есть отщепление. Это мне понятно. 27 лет. Сканер, дай мне полноту души Вилнеса на настоящий момент. Полноту души его. 83. 17% украл. Они находятся в конструкции ящера, или ты успел переправить? Он показывает, как ест его энергии. Я знаю, как он ест его энергии. Не хочет кооперировать. Ящер не хочет кооперировать? Нет. Я тебе даю первое предупреждение. Ящер получает удар 150 тысяч герц. Удар. Следующий будет 1 миллион. Влад, просканируй его защиту, сожги ее. Эра? Но он сканирует его, и у него как оболочка какая-то исчезает. Сначала оболочка, потом части тела начнут исчезать, ящер. Ты не в том месте, чтобы играть в такие игры, и у тебя еще не тот уровень, чтобы контракт. Не имеет никакой роли. Я задаю вопросы, ты отвечаешь. У тебя не контракт со мной, у тебя контракт с ним. Ты находишься на чистке, ты находишься в клетке тюрьме. Я тебя могу уничтожить здесь, если ты не будешь кооперировать. Это тебе первое и последнее предупреждение. Реверс закончился. Тональный фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Вилнес забирает все чистые и светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Усилию потоки в 50 раз. Ну, от ящера возвращается по чакрам. Он напитан его энергией. Готово. Хорошо. Сканер, просканируй сейчас Вилнеса на чистоте ящера. Вытащи все подключки его конструкции, которая находится в биополе. Конструкция подсвечивается. Вместе со всеми чипами, датчиками, имплантами. Сканер их видит, отключает все и выводит из биополя. Как конструкция выйдет, отправляя ее в клетку-тюрьму. У него конструкция во всем теле, в голове. Он отключит сейчас все. В голове как экран стоит у него. Вот так даже. Я обращаюсь к Вилнесу. Вилнес, вам известно о контракте, который вы заключили с ящером 27 лет назад? А неизвестно, но что-то такое подозревал. А как вы это сделали? Если неизвестно? Я подозревал, потому что у меня были видения в голове. Но осознанно вы не заключали контракт с ним никакого? Вы не просили? Я не знаю, кто такой ящер. Вот он стоит в клетке перед вами. Вы видите его? Теперь вижу. Конструкция вышла. Вот он 27 лет находился у вас. Хорошо. Конструкция отправляется в клетку-тюрьму. Выстраивает Вилнеса прямой канал к конструкции. И реверсом отдаем назад все негативное, патогенное, низковибрационное, что Вилнес получил от этой конструкции ящера. 1, 2, 3. Пошел мощный поток энергии. Все чужеродное возвращаем назад. Что идет, Вера? Ну, ему идут мысли очень много. Они как иголки. В голове у него одну часть показывает. То есть у него головокружение. Речь тоже туда подключена.
руки, ноги, оно все связано как сухожилиями, белой энергией между собой. Все выходит. Готово. Установили фильтр золотой сеточкой на этот канал, и в порядке реверса Вилнис забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Весь биоматериал, серные энергии, все, что находится на чистоте Вилниса, мощным потоком пошли назад. Усилию потоки в 50 раз. Ему назад возвращается как ДНК с костной системы из головы, как наращиваются какие-то слои его. Он уже сказал, он их жрал, эти слои. Готово. Добрали все из этой голограммы. Перед тем, как мы пойдем дальше, сканер, дай мне полноту души Вилниса на настоящий момент. 93%. 93%. Переходим сразу к аннулированию контрактов и договоров. Вилнис, поскольку вы заключили контракт, вы готовы его расторгнуть? Конечно. Вы выразили свое намерение. Я говорю вслух, а вы повторяете за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры, дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У него вышел контракт, и он как бурлящий какой-то. Считай, он идет к рукам. Хорошо, считай содержание этого контракта, смысл его. Через руки он передает ДНК, через души, энергии. Свои? Да. Понятно. Что за это получает? Сила ящера. Сила ящера. Хорошо, я думаю, меньше всего Вилнис хотел получить силу ящера. Вилнис, повторяйте за мной. Внутренней властью моего суверенного я объявляю распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. 7% должно сейчас вернуться. Но у него идет через руки, опять возвращается. Причем идет в две стороны. Хорошо. У него белая энергия, светлая от него, как темно-зеленая. Это цвет ящера. Болотная какая-то. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты вместе с их фантомами уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Аннулировано. Вот так вот, ящер, это делается. Идем дальше. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Начинаем с красного дракона. Дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью. Доклады о готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет вытащить, он просто сгорит по каналу. Я вас предупредил. Дракон снимается очень быстро. У него сердечная чакра под ключкой. Он его сжег изнутри, сжег зависимостями. Дракон, одно так... и то же. Дракон, рутина. Понятно. Какими зависимостями ты его сжег? Связано было как-то с проблемами со сном? Медикаменты. Медикаменты. Это твоя фишка была, да? 13 лет последние. Он его показывает, поворачивает голову на таблетки. Понятно. А тебе что от этих таблеток? Летаю. Так это для тебя наркотик? То есть ты для себя принимал, заставлял? Нет. А как? Вместе с ним летаю. Хорошо, летун. Ты снял? Забыл, что ты сам умеешь летать без него. Джину выходить не надо. Собирай всю свою пыль, втягивай в себя и все подключки втягивай, ничего не забывай. Доклады о готовности к проверке. Дракон говорит, что в этом есть смысл летать с человеческой душой в матрице Земли. Он видел его глазами. Вот. Дракон видел. Ну, он же находится в нем, а он летает, и, соответственно, он видит его глазами. И дракон он еще видел может... места. Да. Посещал. В матрице или за матрицей? В матрице. А красоту там? Планеты. Не знаю, что там такого интересного. Это для тебя может быть интересно. Он себе может позволить сам это посмотреть. Красоту своей планеты. Ты находишься-то на чужой планете сейчас, дракон, не так ли? В этом есть смысл для меня. Ну хорошо, я понимаю твою мотивацию. Джин все убрал? Посмотри. Да. Переходим к Биесу. Биес, скажи мне, где лярвы находятся в биополе Вилниса? Горло, руки. И опять руки. Хорошо. Затемнение где находится? Голова, ноги. Хочешь получить лярвы из затемнения? Че? Выходи, отключайся полностью, снимай все свои подключки на месте, доложи, что ты все снял, я дам тебе отдельную команду на лярвы из затемнения. Как ты на него воздействовал, Бес? Наслаждался тем, что есть. Мне и воздействовать не надо было, все уже сделано. А, другими, которыми здесь находятся, да? Понятно. Он снял с ног подключки. Разрешай Бесу забрать лярвы из затемнения, все снимай, ничего не забывай, возвращайся назад. Ни живота, у него затемнение снимает тоже. Хорошо. Готов. Сканер, просканируй сейчас Вилниса на чистоте ящера его конструкции. Осталось ли что-то незамеченным? Да, есть на руках у него. А что там, подключки? Вязан по рукам, у него как браслет на них. Хорошо, сканер, разрезай это все, выводи из его биополя, чтобы ничего не было.
отправляете наручники потом в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо, сканер, дай мне полноту души, Елниса, на настоящий момент. 100%. Отлично. Хорошо, все прошли проверку. Красный дракон, перед тем, как я тебя отпущу, я хочу получить слово красного дракона. В это биополе никогда не войдешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Джин, тебя касается то же самое. Джин, все понял? Джин, понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Бес готов уходить? Да, готов. Открывая внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, опечатывая, растворяй. Есть. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Здесь не Ли, здесь почему-то Кольт на связи. Кольт, приветствуем. Приветствую. Это по твоей части? По моей. А что там такое, объясни? Он подключен ко многим. Хорошо, значит, он представляет какую-то для вас ценность. Мы забрали оттуда все, что там было в конструкции. Она стоит здесь, и наручники у нас еще остались. Это тебе не нужно? Не нужно. Я их тогда все уничтожу, когда ты его заберешь. Готово. Открывая под конструкцией и наручниками воронку в галактическое ядро, и они уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Клетка пустая, да, Вера? Да, пустая. Хорошо. Видать, сильный ящер был, хоть и молодой, в смысле цифры невысокие, но если за ним пришли военные, это значит удачный улов был. Идем дальше. Переходим на чистоту негативного эгрегора, мешающего жизни, судьбе и здоровью физическому и энергетическому. У него есть эгрегоры, они его как тянут в разные стороны. Хорошо. Вилнис, вы готовы отказаться от этих негативных эгрегоров? Довольствую. И подхожу моей энергии на счет 3, выключая, отрубая эти энергии. 1, 2, 3. Пошел мощный удар, отлетает эти эгрегоры. Нет, не получается. Он должен сам своим намерением отключить их, потому что это зависимости, которые тянут его в разные стороны. Проводим работу по отключению негативных эгрегоров. Тонкая копия приняла решение, от каких эгрегоров хочет отключиться. И на счет 3 воссоздаст импульс высоковибрационного шокового удара и отсечет от себя все негативно воздействующие на его жизнь, здоровье и биополе эгрегоры. 1, 2, 3. Удар, Вилнис. Да, готово. Открывая воронку в галактическое ядро, и эти эгрегоры уходят на переработку вместе с фантомами. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Вилниса до числового значения 720 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Вилнис, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Мне легко. Я счастлив на всех уровнях. Отлично. Работайте над собой, защищайтесь, заправляйтесь энергиями. Наш администратор перешлет вам рекомендации после сеанса. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Вилниса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.